В Уральске при поддержке Акимата Западно-Казахстанской области прошел семинар-совещание по развитию машиностроения для нефтегазовой промышленности. Мероприятие организовано в рамках меморандума о взаимопонимании. 8 договоров подписали местные товаропроизводители в рамках мероприятия с компанией КПО на поставку продукции. С момента подписания меморандума о взаимопонимании прошли 3 года. Это срок, когда можно подвести первые результаты. В ходе реализации программы по развитию местного содержания этот показатель возрос с 47 до 60%. При этом КПО оказало содействие в освоении производства 20 новых товаров на 22 миллиарда тенге и 29 видов работ и услуг на территории Республики Казахстан. Благодаря целенаправленным усилиям компании КПО, местная машиностроительная компания получила возможность производить ремонт газовой турбины и производить некоторые детали. 4 крупных завода области получили заказы на ремонт клапанов. Мы провели тендеры на ремонт 6 резервуаров в прошлом году. К слову, некоторые из участников этих тендеров стали полноценными подрядчиками нашей компании. Я благодарен Акимату области и местным производителям за активное сотрудничество. Уровень конкурентоспособности отечественных предприятий растет из года в год, отметил аким области Алтай Кульгинов. По объему промышленного производства наш регион занимает 4-е место в целом по стране. По итогам реализации 2 пятилеток индустриально-инновационного развития рост отмечен в 2,5 раза – с 990 миллиардов до 200,5 триллионов тенге. Если 3 года назад этот показатель был равен 47%, сейчас мы выросли до 60%. Рост продолжается. А если говорить внутри товары, работы, услуги, то в работах, услугах мы достигаем почти 80%, где-то и выше. А вот в товарах 3 года назад был 1%. Сейчас мы достигли 12% и выше процентов. Итого, если суммировать, доля местного содержания составляет 470 миллионов долларов. То есть все эти деньги раньше Карачагнак покупал из-за рубежа. Сейчас они остаются в экономике страны, что очень важно. Есть четкое видение по дальнейшему улучшению позиции. Совместно с руководством Карачаганакского консорциума руководство области побывало на предприятиях страны, где были подписаны контракты. Мы этим не ограничиваемся. Мы будем дальше в партнерстве работать и с такими крупными проектами, как Тенгиз и Кашаган. Наработки уже имеются. Для примера скажу. В 2016 и 2018 годах Карачагнакским консорциумом вручено контрактов, долгосрочных контрактов только западно-казахстанским компаниям 4,2 миллиарда долларов. Это очень большая сумма. И также 867 миллионов здесь вручено контрактов. Из них доля местного содержания уже составляет 625 миллионов долларов. Это долгосрочные контракты. То есть по ним уже работа идет. На встрече выступили представители крупных компаний, работающих в сфере нефти и газа. Были приведены конкретные примеры, когда пробные разовые заказы переходили в долгосрочные контракты. К примеру, компания «Алагеум Электрик», где работают более 4 500 человек, благодаря сотрудничеству готова создать еще более 800 рабочих мест. В ходе семинара аким области Алтай Кульгинов вручил ряду сотрудников компании КПО благодарственные письма. Здесь же подписали договоры на поставку продукции 8 отечественных предприятий, такие как Уральский трансформаторный завод, компании «Кафильтр», «Аксайгазсервис», «Тематек» и другие. 5 миллионов тенге, то сегодня эта цифра выросла несколько десятков раз. Необходимо отметить, что размещение данного заказа было инициировано в рамках поддержки отечественного машиностроения. Впервые на Карачаганакском месторождении будут использовать силовые трансформаторы Уральского завода, моторное масло Алматинского, кабельные лотки казахстанского производства и другие товары, которые соответствуют международным стандартам качества. Сегодня мы подписали договор с Карачаганак Petroleum Operating на поставку отечественной продукции, а именно моторных масел. Контракт долгосрочный, он подписан на 3 года. Что вам дает сотрудничество? Ну, во-первых, это статус. Карачаганак Petroleum Operating – это компания, известная не только в Казахстане, но и за ее пределами. Мы уже сейчас сотрудничаем практически со всеми подразделениями «Самрук». Мы осуществляем поставки на «Тенге Шевройл». Мы ведем испытания на NCOC. Вот сегодня контракт подписан с КПО. Я думаю, это большое подспорье для нас. Цель повышения уровня местных товаропроизводителей за 3 года достигнута успешно. Участие в работе компании недропользователя поможет им увеличить и освоить производство новых товаров в Республике Казахстан. Если раньше вот эти все вентиля, задвижки, все клапаны покупали за рубежом, теперь мы с Карачаганакским проектом, с коллегами договорились, что все это могут производить наш завод «Зенит», ЗКМК, Уральсагрымаш,
уже сейчас с ними проводится эта работа. То есть «Зенит» может поставлять и имеет все возможности, чтобы работать там. Потому что мы сами заинтересованы вывести «Зенит» на и ЗКМК, и другие наши заводы на нефтегазовый сектор, потому что там есть еще над чем работать, потому что многие виды этих продукций покупаются за рубежом, а наши заводы это могут. Поэтому мы их кооперируем. Сейчас уже работа начата. Алмагуль Джампиусова, Ербул Миндагалиев, Кайрбек Ербулатулы, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.